преддверии Дня государственного флага в телеграм-канале Ленинского района приглашают принять участие в конкурсе рисунков «Триколор». Если вам от 5 до 15 лет, вы любите свой город, свою страну, а самое главное, рисуете, приносить свои работы можно по адресу Садовая, 243. Также можно прислать фото рисунка на электронную почту или разместить его под постом в телеграм-канале. Победителя конкурса ждет диплом. В телеграм-канале промышленного района Самары приглашают принять участие в конкурсе «Достояние губернии 2022». В данный момент продолжается прием заявок. Участниками конкурса могут стать компании из разных отраслей рынка, работающие на территории Самарской области не менее 3 лет. Среди основных критериев оценки станут открытость, представленность в регионе и за его пределами, применение инноваций в бизнесе и вклад в развитие родного края. Победителей на основании представленных заявок определит независимый экспертный совет. В телеграм-канале Железнодорожного района приглашают к тестированию детей от 6,5 до 12,5 лет для определения их способности к занятию спортом. Тестирование пройдет в 4 этапа – антропометрическое исследование, функциональное, психофизиологическое и спортивное тестирование. Выбор правильной специализации позволит снизить риск отсева ребенка на этапе начальной подготовки, а также сформировать у детей устойчивый интерес к занятию физкультурой. Тестирование проводится по адресу Самара, Московское шоссе, 125Б, телефон 930-61-40. Совсем скоро в Самаре стартует «Волгофест-2022», напоминают в телеграм-канале Куйбышевского района. Он пройдет на первой очереди набережной с 23 по 28 августа. Тема года детства «Волгофест-2022» не для детей, а про детей. Посвящение радости, беззаботной жизни и, конечно же, волшебству. Программа фестиваля совсем скоро появится на официальном сайте «Волгофеста».